Всем привет, это Баду Арсенал в Крафте, и я начинаю. Вот, тут много бронзы, кстати, это большая карта на две команды. Очень долгая игра, мне кажется, будет. Это центр, по-видимому, да. Это центр, тут бегают всякие игроки, напарнички мои. И бронзу мне не дают. Эй, говорят, пишут, эй, не забирай у меня бронзу. А я по-наглому поступлю. Моя любимая карта, Найсер пишет. Вот ты бронза освободилась ненадолго. Сейчас мы понабираем и что-то построим здесь годное. Ура, крутяк, нифига себе, ребятки. Ты не читер? Нет. Надеюсь, что нет. Вот, даже атакуют. А у них уже луки появились. Молодцы, луки. Нормальные. Такие. Вот так вот. Оп. Хе-хе-хе. Сейчас мы пойдем палками долбить их. Они пытаются идти на центр, но у них не выходит, наши контролят. Вот, уже луки купили, оп, молодцы. Быстро они начали убивать, надо уже поверху идти. А ну-ка, что же возьмем? Давайте возьмем лесенок, мы много купили, больно. Не надо было так много покупать. От души все беру. Да, здесь нет толку простраиваться. Пойдем на центр. И оттуда будем строиться. Вот так, надеюсь, этого хватит или не хватит. Может, еще и вернемся. Так, идем на центр и простраиваемся с самой высокой точки. А, наш один покинул. Мне кажется, это был наш человек. А потому что наше количество уменьшилось. Вон они. Идут, простраиваются. Там уже луками контролят. Хо-хо. Кто-то покидает. Это опять наши покинули. Хе-хе-хе. Игра быстро надоедает, и они покидают игру. Вот так вот часто бывает в Bed Wars. Очень много времени занимает эта игра, и кто-то не выдерживает и выходит из игры. По мне пытаются попасть, но у них не выходит. Они меня быстро заметят сейчас. Кто-то покидает. Это был наш, мне кажется, грин какой-то. Уже оттуда. Нифига себе. О, опа-на. Это Найсер топ. А молодец, Найсер. Вот так вот. Вот и золото здесь нахапано. Оставлю золото в тайничке. Пойду куплю лук себе. Лук сделаю топовый. Мне нужен топовый только лук. Вот оно, мое золото непохапанное. Надо поесть, а то долго не ели. Вот, я бегу обратно на базу и куплю себе лук. Надеюсь, меня не убьют. Где наши? Неужели они там? Ес, они поломали им кровать. Вот это дела, ребятки. Вот из синего убил, один килл сделан. Нифига себе золото у них здесь было. А, мне не удается в них попасть. Не удается. Очень интересненько получается. Как бы попасть-то в них, а? Убивает еще. Вообще интересный. Опа, она разбился один. И остался один чувак только. Вон он. На флагу прячется, смотрите-ка. Это еще как он попал мне? Вообще еще кровать не поломал. Ужас. Они там его бьют, что ли? Че они делают? Че они охраняют-то? Кровать уже поломали.
Yes, мы его убили, наконец-то. Это было все. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока.